Ваш звонок. Обслуживает. Клакаком. Протяните руку и возьмите трубку. Смотри, Моррис, Лила звонит. Привет, мам и пап. Вы готовы к подъему на поверхность? Мы очень взволнованы, но не хотим позорить тебя. Ведь мы с твоей матерью, по сути, чудовище. Папа, успокойся. Ты ведешь себя как мутант. Я нашла эту великолепную сумку на распродаже. Надену как шляпку. В жизни не видела ничего прекраснее. У тебя просто-напросто ограниченный интеллект, ясно? Но почему я должен платить налоги за порнографическое искусство? Искусство и ты. Тебе не нравится эта Венера? Только потому, что она голая? Может, тогда тебе вообще создать государственный фонд поддержки стриптизов? Почему бы нет? Угадайте, с кем я разговаривала по видеофону? Нет. С родителями. Они из Клоаки и готовы погостить у меня в воскресенье. Ты с ума сошла? Им запрещено подниматься наверх, потому что они генетические отбросы. Прошу прощения, конечно. Прекратите ссориться, иначе я решу ваш спор с помощью кулаков. Ладно, я пойду к себе и буду наслаждаться свободным искусством. Извини. А можешь достать мне лицензию на убийство? Конечно, голыми руками или оружием. А как классифицируется струна пианино? Хорошая новость. Шведский робот из Икеа прибыл вместе с суперколлайдером. Наслаждайтесь дешевым шведским хламом. Романтическая корпорация. Помните, нам нужно показать этим людям, что мы вовсе не какие-нибудь неудачники, отчаявшиеся найти свою любовь. Лила, тебе придется поработать. Ясно. Какие инструменты нам понадобятся? Так, все есть. Нет ничего полноценнее, чем работать своими руками. Что за глупости? То есть, как мило. То есть, просто... Пуси, пути, пуси. Пути, пуси. Все готово. Не хватает всего лишь 6 деталей. Эти шведы умеют собрать полный комплект. Я вся мокрая, как будто выстояла 10 раундов против Геракла. А меня как будто Иисус покарал. В работе нашей компании тоже много романтичного, правда? Да, да, конечно. Кто-нибудь собирает наших медвежат? Я. Киф мне их столько надарил. Правда говорят, ведь Ларри, что вы целуете каждого из них, прежде чем пришить ему ушки? Нет. А вообще-то дешевле клонировать живых медведей. Плохая новость. Суперколлайдер супер взорвался. Отнесем его в магазин и обменяем на сломанную подставку для дисков и тухлые тефтели. Они веселятся в сказочном лесу до своего первого дня рождения. А потом мы выбираем самых симпатичных и делаем из них прелестные чучела. Медвежья больница. Как мило! Извините, привет. Можно вас на минутку? Я живу в Джерси, у меня сломалась машина, мне нужно домой. У меня больная тетя, а у меня нет денег на автобус, так что я вас граблю. Я не верю вашим россказням. Неважно, я вас граблю. До Джерси автобус не ходит. Гоните кошельки, или мой робот вас застрелит. Лаборатория флирта. Мы определяем самый короткий путь к сердцу женщины. Поэтому наша любовная технология является самой эффективной. Вы просто чудо с такой грудью. В свободное время я граблю банки и раздумываю о жизни. Не вынуждайте меня.
Я так боюсь, что не могу нащупать карман. Давайте я сниму штаны и отдам вам. Мне не нравится. Стреляй в него, Эндрю. Сердечки вместо слов. А теперь, друзья и любимые, мы находимся в самом сердце нашего производства. Какой чудный каламбур. Милашка. Впечатляет. Стреляй еще раз, Эндрю. Нелегальные петарды. Что такое? Лазеронепробиваемая кофта? Я тебе покажу. Отвали! Мои предки производили эти сердечки с начала 20 века. Вкусы могут меняться, но секреты производства остаются. Костная мука, мед уховертки. Провал! А столько лет готовился. Вон из банды! Как мы спаслись? Откуда у нас такая сила? Может быть, на нас волшебные кольца, но они невидимые, поэтому мы об этом не знаем. И почувствовать их тоже нельзя. Надо же! Это начальные буквы слов «ты» слишком и мила. Смотри, Лила. Ну и что? Я никогда не мог выразить словами свои чувства к тебе, но среди миллионов этих сердечек наверняка есть одно с подходящей надписью. И я его найду.